Дорогие друзья, всем привет! Привет! Сегодня мы приехали в деревню, будем сегодня вечером затапливать печку, а завтра с утреца отправимся за Хариусами. Да. Наступило утро следующего дня, мы вышли на перекат. Сейчас будем ловить на легкую поплавочную снасть, на две мушки хариуса. Да. Оленя сейчас хороший хариус убежал. Ловим на нимфочки. Потом покажу на какие. На две штуки. На обычный поплавок. Снасть легкая, ловить приятно. В общем, кайфуем. Клевала, да? Оп! Вот он! Вот он! Вот какой! Такой хороший взял рыбок. Ага, рученечка. Давай, беги. Эх, перехлестнуло тут всю снасточку. Слово сказать, такая вот подача мушек является очень естественной. То есть как бы нимфы, они идут около дна. И поэтому на этот способ ловли частенько бывает клюет. Эх ты, убежал. На этот способ ловли частенько бывает клюет крупный хариус. То есть если на нахлыст, допустим, подача нимфы, она все равно так или иначе ограничена какими-то изгибом петли, шнура, вот, еще какими-то непонятными подводными течениями. И тут как бы достаточно сложно, если не умеете подавать мушку, ее провести именно у дна. А здесь с поплавком все просто. Закинул и смотришь. Главное, чтобы поплавок не был очень большим и массивным. Если поплавок будет большим и массивным, то хариусу будет, во-первых, поклевки у него будут не такие, то есть он будет мушку брать и тут же выплевывать. А если поплавочек будет достаточно легкий, ну вот как в данном случае на 5 грамм поплавок идет, он достаточно хорошо огружен, поэтому хариусу не составляет вообще абсолютно никакого труда затащить его под воду. Вот, и поклевка, она сама по себе идет более долго, то есть у вас есть время, чтобы подсечь. Если поплавок будет большой такой, знаете, здоровенный, то уже, к сожалению, эффект не тот. Поклевки будут такие, раз, раз, то есть как бы совсем будет мало времени, чтобы его подсечь. Thank you.
Оп, есть. О, на малька попал. О, валенки тоже есть. О, хороший, да, у тебя? Вот такой. О, у тебя хороший. У тебя хороший попал. Ух, какой ты, смотри-ка, чё, а? Эх, убежал. Да ладно. Ты его просто посмелей тащи в следующий раз. Да, ну если получается. Опа, что-то было такое. Прямо из-под ног. О, вот он. О, какой, а? Вот Хариус. Красавчик. Пока я, ребят, снимал Алену, меня тут клюнуло на малька. О, убежал. Все в порядке. Сейчас спускаемся немного вниз по течению. Облавливаем всякие ямки. Но пока что на ямках почему-то рыбы нету. В основном рыба вся держится на течении. Вот тут вот бобер постоянно ходит. У него вот тут вот ход, видишь? Идем тут через лопухи. Вот твердое дно пошло. Все. Сейчас выйдем тут на струйку. И будем пробовать ловить. О! Аленка поймала. Хорошо. Хороший, да? Ну как? Хорошо? Да. Ну, отлично. Вот еще один есть. Сразу два! Сразу два! Офигеть! Вот так вот. Офигеть! Я не ожидала. Вот так вот, сразу два хариуса. Поздравляю. Спасибо. Хороший? Хороший взял, да? Наконец-то рыбалка пошла. Сейчас хотелось бы сказать пару слов о снасти. Мы используем поплавки на 5 грамм. Тело поплавка должно быть каплевидным, чтобы он лучше держался на течении. Дальше идут грузики. И затем две мушки на поводках. Сегодня мы используем нимфы паденок и ручейников. Основная леска и леска на поводках у нас 0,2 мм.
Снасть получается очень легкая, сбалансированная, и ей приятно ловить. Ну какой? Есть. Хороший взял. Ну какой? Резок. Ты его, чтобы не бился, надо в воду. Он в воде не сильно так бьется. Только биться начал, раз его в воду сразу же. Все. Все. Красавец. Молодец, красавец. Иди. Есть. Эх, побежал. Тут покрупнее, да, пошли? На нимфочку взял, да? А на ручейника взял. Ну, хороший. Опускай. Я, друзья, поставил себе еще вот такого вот ручейничка. Вязал я его в фильме полнометражном по ловле хариуса на нахлость. Так что, если что, сейчас будет вверху тут подсказка. Вот, сможете посмотреть. На водомете хорошо идут. На водомете хорошо идут, говорю. А вот, кстати, на этого ручейничка клюнул. Мелкий. Вот, клюнул. Рыжок. На верхнюю сейчас мышку клюну. Тихо, тихо. Давай, беги. Вот он есть. Хороший попал. Эх ты ж мать. А рыба-то была хорошая. Когда килограммовый хариус так клюнет. Вот тут начинаются пляски с бубном. Честно, поймаю я килограммового хариуса, аккуратно бы принял бы его и отпустил спокойно. И живет. Благородная рыба. Красивая, сильная, хорошая. А на килограмм особь она столько икры потом даст. Очень результативная и очень добычливая ловля это на поплавок, на нимфу. Потому что вот я говорю, максимально естественная подача идет мушки. Прямо под нос рыбы. Вот. А течение быстрое, он ее хватает и не успевает выплюнуть. Поплавок уже утонул. Вот, считайте, вы его подсекли. Все. Вот, а на бомбарду, допустим, когда ловите, ну, закидывайте на бомбарду, да, и она, грубо говоря, по поверхности воды плывет, и дальше там за ней мушка. Ну, как бы, если хариус какой-то прям дикий, тогда, да, он будет вылетать, хватать там бороздящую муху. Вот. А если хариус уже окончил антикрючковые курсы, то, извините, крупного так уже не поймать. А таким способом, пожалуйста, прям вот читерская снасть, так скажем. Если не сказать, что прям чуть ли не запретная. Главное, хорошую мушку подобрать. И все. Но, как правило, на имитации того, что в водоеме живет, он ловится стабильно и хорошо. Потому что, я говорю, максимально естественная подача есть. Мы поймали достаточно хорошее количество хариусов сейчас. Достаточно жестко так проголодались. Поэтому сейчас пойдем, поедим, поваляемся немного, а потом выйдем на вечерний клев хариуса. И пойдем уже немного, наверное, в другое место, да, пойдем? Угу. Туда, где я в свое время ловил таких харузей. Прям аж ух. Ну, до вечера, в общем. Настал вечер, мы вышли на охоту на вечернего хрыска. С плавочками, с нимфами. Сейчас будем ловить, да?
Да? Нет. Эх ты, хороший был. Видела? Угу. О, хорёзок. Добрый. Ну как добрый? Относительно, конечно, но приятно. Ручейника взял, клюнул мощный какой, вот это полкило точно, вот это рыба, вот это, ребята, хариус, самый настоящий здоровый хариус. О, мощь воплоти. О, о, какой, ребят, сгусток энергии, синий. Он какой. Тихо. Ален, иди посмотри, иди подойди. Это рыба так рыба. О, ребят. О. Какой. Ух. Ух. Мощный какой. Это вот, ребят, именно так и клюют хариусы крупные на нимфу, на поплавок. Алена поймала хариуса. Большого тоже, смотри-ка, что. Ух, какой хорош. Сильный, говорит. Мы сейчас на глубокий перекат, где я когда-то ловил здоровенных хариусов. Погрызли нас немного по дороге мошки. Ну ничего, сейчас они рассосутся. Ну все, сейчас будем начинать ловить. Вот он попался, ребята, хороший рыбок. Ребят, из-под самых ног клюнул рыжок. Рыбалка на хариуса на поплавок — это достаточно добычливое дело, если вы используете вместо червя с крючком мушки, причем клевые мушки. Подача идет очень естественная, прямо под нос рыбе. Ну и какой дурной хариус пропустит рядом плывущего какую-нибудь личинку ручейника? Да никакой. Вот поэтому мы сегодня и наловили. Я считаю, что рыбалка полностью удалась. Спасибо вам всем большое за просмотры, за комментарии. Очень приятно читать. Ну и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.
Аленка поймала еще один трофей. Лягушечку. Выпрыгнула. Ну и хорошо.